Команда чтения и последние две команды – это команда записи и чтения из памяти. Write – смотрим. При вызове этого макроса мы вводим две переменные. Первое – это адрес. Указываем адрес регистра. Причем это значение должно быть в диапазоне от 8 до 3F. Обращаю, это важно. Будет больше 3F, вы потеряете данные. Будет меньше 8, вы запишите какую-нибудь фигню в регистры, в которых хранятся время. И второй байт, который мы отправляем, это данные, которые хотим записать. То есть в вашем распоряжении 56 ячеек памяти для хранения произвольной информации. Команда старт, команда записи. Указываем адрес регистра, записываем в него данные. Готово. Окей, и команда чтения этого регистра. При его вызове опять же указываем адрес ячейки, которую хотим прочитать. И в ответ получаем ее значение. Объявили переменную дата, старт, команда записи. Указываем, к какому регистру обращаемся. Команда стоп, команда старт, команда чтения. Читаем этот регистр. Присваиваем его значение переменной дата. Команда стоп и выводим переменную дату. Вот и все. Сделал, что выводит именно минуты отдельно, часы отдельно, запись также отдельно. Думаю, так будет удобнее. Более универсальный способ. Хоть и много макросов, но считаю, что такой вариант оптимален. Сохраняю еще раз. DS1307. Сохранить. Да. Готово. И смотрим тестовую программку. Включаем эту C-мастера. Еще раз напоминаю, что инициализацию DS1307 надо проводить только один раз после того, как вы установили батарейку в модуль. Если батарейка больше выниматься не будет, то эту функцию применять не надо. Поехали, основной цикл. Здесь вначале мы записываем в регистры некоторые значения. Custom 0, установить минуты, 6 минут. Часы, 5 часов. Дни, 4 дня, это 4-й день недели, 3-й месяц, 3-й день месяца, 2-й месяц. Первый год и секунды не сбрасываю. Некоторая переменная равна нулю. И второй основной цикл, в котором мы все время и крутимся. Команда read year, прочитать год. И указываем переменную байтового типа, которой присвоится значение из этого регистра. Получили значение года, отправляем в компорт. Вызываем макрос sendWord. Передаем туда это значение. Давайте сразу его посмотрим. Здесь мы преобразуем нашу переменную, которую получили. Вот то, что mm я передал, она присваивается вот этой переменной, локальной. Преобразуем ее в строку. Отправляем эту строку в comport, send string. И отправляем разделитель, двоеточие. Возвращаемся. Читаем месяц. Отправляем в comport, читаем дату, читаем день. Читаем часы, читаем минуты, читаем секунды. Затем команда write run. Записываем данные в память. Кстати, еще одно важное замечание, что здесь у нас память энергозависимая. Это не EEPROM, поэтому число записи у нее не ограничено. В EEPROM, напоминаю, число записи у нас ограничено, там не помню, ну где-то 100 тысяч раз. Именно запись. Здесь количество циклов записи не ограничено. Ну и количество чтения регистров не ограничено ни там, ни там. Записываем RAM. Адрес указываем 8. И отправляем туда нашу переменную, которую будем просто суммировать. Прибавили переменную. Пауза 200 миллисекунд. И здесь команда чтения этой ячейки. Read RAM. Указываем адрес ячейки. 8 мы читаем. И присваиваем переменной RAM. Отправляем эту переменную в макрос sendWord. Она отправляется в comport. И команда перехода на следующую строчку. Вот и вся программа. И такое наблюдение, что если не использовать компоненты RS-232, а допустим просто управлять каким-то логическим выходом на микросхеме, то скорее всего можно сделать программу, которая будет меньше 1 килобайта памяти занимать и влезет в Actinie 13. Ну или давайте для демонстрации, что у нас все работает, пусть будет десятки еще. Добавим тут по единичке. Так, день. Дни у нас от 1 до 7.
Не стоит это забывать. Ну, если вы вообще когда-то будете его использовать. Дата 13 месяц. 12 как раз сейчас. И год пусть будет 17. Кстати, проверить эту программу можно и в Proteus. Здесь есть модель DS1307. Давайте подключим. И увидим вот такие... Чего? А, я еще не скомпилировал. Компилируем. И видим, что размер файла 1500 байт, что очень мало. Запускаем, смотрим. Год, месяц. Так, 4 это что? А, 4 это день. 17, 12, 13, 14, 15, 16. И здесь идут отчет секунд. 11, 12, 13 и так далее. Справа видим значение из нашей ячейки памяти. То есть на одну секунду приходит 5 значений из ячейки памяти, потому что опрос идет с интервалом 200 миллисекунд. Также вот есть экранчик, который показывает данные в памяти часов. Напоминаю, вот таким образом, ну, примерно таким образом выглядит модуль. То есть тут у нас с обоих сторон есть гребенки, точнее отверстия под них. Разницы, куда подключаться, в принципе, нету. Здесь у нас, кажется, 1307, здесь E-промка. Здесь видим кварц на 32 кГц с копейками. С обратной стороны держатель для батарейки, у которого почему-то, может, отломано или что, я не помню уже, как она крепилась. В общем, батарейка у меня в нем не держится. Поэтому пришлось вот так вот на самое надежное радиолюбительское средство, ну, кроме синей изоленты, разумеется, прикрепить батарейку. Транзистором прижал его, скотчем замотал, чтобы батарейка держалась. То есть сейчас в отключенном состоянии от питания основного в часах у нас идет отсчет времени. Подключаем всего по 4 проводам, если не нужны остальные выводы. И работаем. Так, этот провод у меня никуда не идет, просто болтается. Сейчас мы подаем питание. Плюс-минус. Подключаем преобразователь USB Word. И подключаем программатор. Готово. Заливаем эту программу. Открываем терминал. Connect. И видим вот такие данные. 17 год, 12 месяц. Далее 13, 4, 15, 16. Идет отсчет времени в секундах. И наши данные из ячейки памяти. То есть все работает именно так, как и было задумано. Но если я сейчас нажму на кнопку контроллера, то данные у нас пойдут с самого начала, потому что в начале у нас процедура инициализации и также процедура задания значений. Поэтому запомнили, вот у нас 15 часов, 16 минут, далее время. Возвращаемся в программу и убираем процедуру инициализации. Просто отключить и также выношу основной цикл вот сюда. То есть теперь мы только читаем значение из нашего модуля. Никакой записи. Компилируем. Готово. Открываем терминал. Видим значение. Теперь мы можем спокойно делать reset контроллера, либо вообще отключать его питание. То есть вот, питание отключил. Вывод данных остановился. И включаю питание обратно. Видим, что отсчет секунд у нас продолжился. Нажму на Reset. А, ну здесь у нас только отсчет данных из ячейки начинается заново, потому что в программе он у меня вынесен за основной цикл. То есть это значение обнуляется, а все остальное продолжает считать. Насколько хватит этой батарейки для автономного питания, я не знаю. Но думаю, несколько лет. Еще раз нажмем Reset. Поддержим. Отпускаю. Видим, что отсчет секунд продолжается. Все работает отлично.